Во вторник, 17 августа, в Тверь с рабочим визитом прибыл руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Вместе с главой региона Игорем Рудени он побывал на Тверском вагоностроительном заводе. На предприятии «Высокие гости» осмотрели центр управления производством, а также посетили рамно-кузовной цех. Кроме того, Игорь Рудени и Дмитрий Рогозин пообщались с коллективом предприятия. Подробности визита руководителя Роскосмоса на Тверской вагоностроительный завод, который закончился только вечером, вы узнаете из большого материала нашего корреспондента Никиты Васильева, который выйдет в эфир в среду, 18 августа.